Один из 13 ассирийских святых отцов, основателей грузинского монашества, пришедший в Иверию в 6 веке для укрепления христианской веры в землях иверских. Итак, мы в Маркопском мужском монастыре. Здесь большая даже есть, при всем том, что это Грузия, большая частичка Серафима Саровского. Этот монастырь находится в Высокогорье. Пока ехали, уши закладывало. Естественно, в каждом монастыре нужно подобающе быть одеты. В юбочках, в штанах. Желательно всегда, чтобы, если одежда верхней мужчины, чтобы рукава были. Желательно без таких вот обрезанных не делать. Но вообще нужно всегда понимать, куда ты идешь. Ты же не идешь на, допустим, балет, спорт в каком-то костюме. То есть надо всегда проявлять уважение к тому месту, к тем людям, куда ты идешь.